Интересно, тема поверки, аттестации, вот, то есть, я так понимаю, это обширные довольно темы, и простому обывателю они не ясны. То есть, вот, может быть, нам стоит поговорить об этом отдельно и раскрыть их? Ну, смотрите, я могу вот в двух словах сказать, может быть, какое-то понимание уже даст. Что такое поверка? Это ряд операций, которые проводятся с целью подтверждения соответствия параметров средств измерения метрологическим требованиям. Ну, простым языком нужно проверить точность измерений и диапазон измерений. Самостоятельно мы не можем сделать. То есть процедуру поверки может проводить только организация, аккредитованная на право проведения поверки. Поэтому как только подходит время, заканчивается предыдущая поверка, нам надо делать периодическую поверку, мы прибор везем вот в стороннюю организацию, где они осуществляют поверку по методикам, которые утверждены при утверждении типа средств, данного средства измерения. Это что касается поверки. И поверка, соответственно, эта операция проводится только над средствами измерения. А вот что касается испытательного оборудования, то там существует другая процедура, идет аттестация, так называемая. Аттестация проводится уже над испытательным оборудованием, и основная цель – это подтверждение технических характеристик, которые указаны в документации на данное оборудование, и готовность данного оборудования к эксплуатации. В состав испытательного оборудования могут входить средства измерения. Вот в нашем стенде так реализовано. То есть кроме испытательного оборудования, там есть и измерительное оборудование. Но это ничему не противоречит. Сама процедура аттестации, она проводится первичная, первый раз, совместно с аккредитованной на это организации. То есть мы со сторонней организацией заключили договор, мы разрабатывали программу и методику, по которой будет проводиться аттестация. Сторонняя организация проводила метрологическую экспертизу данных документов и потом совместно с нами проводила аттестацию. Это было год назад, в августе 2019 года. В этом году прошел год, и я извиняюсь. Ничего страшного. Рабочие моменты. И в этом году, так как уже у нас утвержденные документы, да, программа и методика, так как первичная аттестация прошла успешно, мы своими силами провели периодическую аттестацию. То есть теперь наше оборудование, наш стенд еще год подтвердили, что следующий год он работоспособен, и мы можем работать.